Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. В сегодняшнем видеоуроке я научу вас, как сделать подарок по любому поводу. Это будет бюджетно, практично, легко в исполнении и просто красиво. Я представляю вам мой авторский мастер-класс «Фиалочка». Если вам интересно, мастер-класс займет всего лишь 10 минут. Оставайтесь со мной, и вы сможете сделать вот такую красоту. Берем заготовку. Проволока 37 мм, как всегда, для бисероплетения, и бисер я использую китайский номер 12. Для центральной петли отсчитываем на проволоке 10 бисеринок. Ах да, не забываем оставить ножку. Теперь скручиваем петлю, затем делаем второй ряд и третий. Количество бисеринок я не говорю только потому, что у меня бисер китайский. Всего нам необходимо сделать для одной заготовки 4 петли. Последнюю петлю делаем побольше. Таких заготовок нам необходимо сделать по 5 штук для каждого цветочка. Количество цветочка вы можете варьировать на свое усмотрение. Сейчас мы возьмем проволоку с белым бисером, тоже номер 12. Отмеряем 8 сантиметров бисера и 15 проволоки. Присоединяем нашу проволоку с белым бисером к нашей заготовке и начинаем уплетать ее, делая бархатный край. Я покажу вам второй способ, он намного легче. Отгибаем четвертую дугу нашей заготовки, а теперь мы быстренько плетем наш край. Соберем наш цветочек фиалочки. Смотрите, как красиво получается.
Теперь сплетем серединку. На первую петлю отсчитываем 3 бисеринки и делаем 3 петли. Таких заготовок нам необходимо сделать 3 на каждый цветочек фиалки. В центр цветка помещаем бусинку любого понравившегося вам цвета. Я сплела 7 цветочков. Теперь приступим к зелени. На оси отсчитываем 5 зеленых бисеринок и оплетаем, при этом хорошо зажимая проволоку. Плетем острый лепесточек. На оси отсчитываем 5 зеленых бисеринок и начинаем оплетать нашу ось, при этом хорошо зажимая проволоку, плетем острый лепесточек. Мы проплели 4 полных оборота вокруг нашей оси. Теперь расширим наш листочек. Сплетем по 2 неполных оборота с каждой стороны нашего листочка. Теперь продолжим плести вокруг нашей оси и сделаем еще 3 полных оборота. Нам необходимо сплести 15-17 зеленых листочков. Ну вот, теперь остается только собрать наши цветы и посадить их в гипс, при этом выбрать хороший горшочек и все хорошо задекорировать. Мастер-класс по сбору и декору фиалочки вы можете посмотреть по ссылочке в правом верхнем углу. Не забывайте подписываться, мои дорогие, кто еще не подписался, а также ставить лайки и писать комментарии.
А мы с вами увидимся очень скоро в новом видео. До встречи, мои дорогие. Всем пока-пока.